Сегодня приготовим новогодний десерт. У меня именно новогодний, потому что здесь есть мандарины, а мандарины у меня всегда ассоциируются с Новым годом. Не знаю, у кого как, может, у каждого по-разному. Очень вкусный. Мне нравится, когда сверху желе такое более нежное, а дальше идет плотнее и плотнее. Потратьте свое время, вы не пожалеете, это очень вкусно. Для начала нам нужно замочить желатин. Все пропорции напишу под видео. Желатин заливаем холодной водой и пусть набухает. Тем временем нам нужно растопить сливочное масло. И пока у нас сливочное масло будет топиться, измельчим грецкие орехи. Такая мелкая-мелкая крошка получилась. Затем здесь же измельчаем абсолютно любое печенье. И отправляем к нашим орехам. Затем берем растопленное сливочное масло и вливаем в нашу смесь. И все это хорошо размешиваем. Берем обычные креманочки, тарелочки, пиалочки, форму можно даже обычную. И на дно укладываем нашу орехово-печеневую начинку. И нужно хорошо ее утрамбовать. Желатин у нас уже набух. Нужно его растопить на водяной бане. Желатин растопили. Затем нам понадобится абсолютно любой йогурт. У меня йогурт персик маракуйя. И нужно быстро ввести желатин в йогурт и размешать. Йогурт с желатином смешали. Йогурт обязательно должен быть комнатной температуры, такой тепленький. Если же у вас холодный, то можно немножко его подогреть. И заполняем наши креманочки до половины. Холодильник, пока не застынет наше желе. Пока у нас первый слой застывает, займемся апельсиновым желе. Нам понадобится желе и мандаринки. С мандарин мы возьмем сок. Делаем удобным способом. Итак, сок с мандарина у нас уже готов. Здесь 100 мл. Берем желе, смотрим на упаковке, сколько нужно добавлять воды. У меня здесь 400 мл горячей кипяченой воды. И все это размешиваем. Пробуем. Если вам не сладко, желе должно быть немножко сладковатое, потому что мы еще будем добавлять мандарины. Мандарины не всегда очень сладкие. Если кто не любит сладкое, можно не добавлять. И так тоже будет вкусно. Растворили мы апельсиновое желе. Уже немножко подостыло. И займемся мандаринками еще. Очищаем мандаринки. По максимуму убираем белые прожилки. Они нам не понадобятся. И нарезаем на такие кружочки. Достаем наши креманочки с холодильника. Сверху укладываем мандаринки. И все заливаем апельсиновым желе. Отправляем в холодильник до полного застывания. Всем приятного аппетита!